Дело было так. Я был мюридом Бадруддина Афанди. Он дал мне разрешение обучать вирду шазалийского тариката. Так прошло года 2-3. На нескольких маджлисах он также настаивал на том, чтобы я обучал мюридов. Но я стеснялся, не считая себя достойным. Так прошло еще года 3. И меня вызвал к себе Саид Афанди, сказал, чтобы я взял отсюда с собой людей. До этого мы с ним не были знакомы. Даже тогда, когда жена читала его книги, я ей говорил: «Все, сейчас хватит, остановись», боясь, что сердце потянет к нему. Будучи у него, он расспросил меня обо всем, и я рассказал о том, что и как было, как получил разрешение, и о том, что не могу обучать, считая себя недостойным. Он ответил мне: «Если бы можно было, сын мой, оставить, я бы тоже оставил это дело». Он также повелел мне наставлять мюридов и отправил. По истечении 3-4 месяцев, после месяца Раджаб и Шахбан, приехал директор медресе, сказав, что меня вновь вызывают. 5-е число месяца Шаваль, по-моему, было. «Зачем сейчас хоть вызывают?» — спрашивал я себя. Меня охватила дрожь. Не зная, что делать, выехал. Оказалось, меня вызвали, чтобы поручить обучать мюридов Накшбандийскому тариқату. Я сказал: «Я кудьяв, я недостоин этого», и заплакал. Он тоже не сдержался и заплакал, глядя на меня. Вот так это было. Поручили и отправили. 3-4 месяца прошло между этими событиями. Сначала сказали обучать шазалийскому тариқату, затем и накшбандийскому. До этого я с ним знаком не был, поскольку он живет на равнине, а я в горах. Что вы можете рассказать о Саиде Афанди? Что мне рассказать о нем? Не знаю. Какую оценку мы можем дать ему? Возле Всевышнего Аллаха все будет очевидным. Ваши пожелания Саиду Афанди, Куддиса сирруху. Что ему пожелать? Долгих лет жизни и здоровья, чтобы Аллах для нас его сохранил. Вот это наше желание. Какие ошибки допускают мюриды возле устаза наиболее часто? Что сказать? Лучше не посещать его в неудобное время. Не ходить, когда много людей. Спрашивать, когда меньше посетителей. Ходить, чтобы не создавать ему трудностей. Когда мы ходили в ботлях, жена Бадруддина Афанди, оказывается, говорила: «Нет людей, у которых более красивые спины, чем Мансур аль-Мухаммад и его жена. Это потому, что, не задерживаясь, уходили. Мы не знали этого». Вот так. Не надо ходить в неудобное время, задерживаться и надоедать ему, рассказывать то, что не касается тариката. То есть задавать устазу шариатские вопросы. То же, что касается тариката, можно спросить, потому что вынуждены. Можно сказать, зачастую у людей бывает много вопросов, касающихся мирского.
Надо избегать подобных разговоров. Это является адабом и уважением. Также не задерживаться долго рядом с ним. Самое лучшее — это адаб и уважение. Приближение к Аллаху не бывает, кроме как через адаб. Это самое главное в тариқате — любовь и уважение к своему устазу. Да одарит Аллах нас ими. Если Аллах не даст, то их и не будет. Какой совет вы дадите людям, незнакомым еще с устазами, с их путем и тому, чему они обучают? Так получилось, мы возвращались с малого хаджа. Наша молодежь, также некоторые, не вступившие в тариқат, человек 30-40, встречали нас в аэропорту. Кудеев тоже был с нами. Один из них, оказывается, сказал: «Это об этом человеке, что ли, мы так плохо говорили?» Сказав это, Инкарчи раскаялся, увидев Кудеева. В книгах пишут: мы говорим плохо о людях, которых похвалили бы, если бы увидели. Вот так случилось с нашей молодежью. Я и Кудеяву рассказывал об этом. «Ва, у вас, видно, хорошие люди», — сказал он. Как вы посещали своего устаза? Как выбирали момент и время посещения? Сколько времени проводили возле устаза? Я и раньше говорил, долго не задерживались возле устаза. Жена устаза говорила, что у нас самые красивые спины. От того, что не затягивая уходили. Мы об этом не знали. Так она, оказывается, говорила всегда. Когда людей много, нехорошо ходить. В неудобное для него время тоже не надо ходить. Журналист спрашивает: очень большой поток людей бывает перед месяцами Шахбан, Раджаб и Рамазан, а также перед хаджем. Что вы об этом скажете? Это тоже нехорошо. Это неудобное время. Недавно тоже он говорил: скоро они начнут штурмовать. До поездки на хадж имеется в виду. Разве это хорошо? Это нехорошо. Он же тоже один человек. Весь Дагестан обслуживать, ему же нелегко. Поэтому нужно выбирать время тому, кто желает его посетить. На вопрос, что добавить? Так получилось, что в истории о получении иджаза я сказал ему: «Я Кудеев, то, что случилось, это то, о чем я никогда в своей жизни не думал и в мыслях не было». Он ответил: «Если бы ты об этом думал, то этого не было бы». Вот так он сказал. Так это все получилось. Я не был готов к этому.